Там светлее было. Царю небесный, утешителю души истины, и жизни весы, и все исполняй, сокровище благих, и жизни подателю, приди, вселися в ны, и очищены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Отец наш Небесный, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, прибудь с нами, осени нас Духом Святым, дабы мы всегда пребывали в истине Твоей, не уклоняясь ни влево, ни вправо, но строго следуя по кровавленным Твоим стопам. Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Спаси Христос, Батюшка, вас за такую молитву, которую мы понимаем на русском языке. Все прекрасно, ладно. Слава Богу. С праздником всех привет. Спаси Христос. Как это вытащила, как это сюда. Напомню только, в следующее воскресенье у нас потеряете праздники. 200-летие основания поселка и 27 лет будет от возрождения поселка. Приглашаю всех, кто имеет душевно-сердечное расположение и возможности, приезжайте к нам на празднество. Дорога, может быть, подсохнет, как там показывает гражданин интернет, что будет на этой неделе. Дожди с понедельника. Дожди. Понедельник. На лодке доплывем. Во второй половине дня будет. Ну, потом, говорят, будет хорошая. А сейчас только день, два, и подсыхает быстро очень. Только чуть-чуть верхом, если это быстро просыхает. Поэтому, ну, накануне, кто надо ехать, накануне за день еще позвоните нашим братьям автомобилистам. Они
хорошо заездит. Сегодня после обеда должен приехать Алеша сюда. На машине, значит, он где-то проезжает. Тоже машина-то не шибко у него такая. Скажем, ну, да, не шибко вездехода, но проезжает. Ко мне какие вопросы? Кто будет в гостях? Откуда я знаю? Никто. Точно я знаю, что в Тюмени двое уже взяли билеты, приедут там батюшка и протодиакон Сергей Бурдин. Такой. Давно с мамой он, значит, знакомы. Нам давно уже. Вот, они вдвоем приедут вот точно. А остальных пока кто? Все, вот, как вы говорите, дорога будет, нет, там, что будет это. Владыку я пригласил на первый, на Святой Седмице дал приглашение, но не знаю, знаете, позвоню на неделю, узнаю, как. Он говорил, что если не будет никаких накладок, то, то мероприятие, то куда-нибудь вызвать могут, то еще что. Обычно там собираются, вот был День Ангела у Святейшего, но он был здесь, значит, не ездил туда. Видать, они, наверное, там как-то по очереди, видать, приглашают, что ли. Так, еще что? Больше никаких вопросов нет? Батюшка, пока вы здесь, и всем попрошу помолиться о наших учащихся. Сдают экзамены. Во вторник, да, экзамены? Да, да. Уже вчера первые начались, у некоторых. Да. Последние во вторник будут экзамены у Ивана и Павла. У кого? У Ливии. Что, не во вторник, что ли? Ливия, Ксения. Вот и начались ГИО первые. Английские создавали некоторые. У наших учеников во вторник. Андрюша. Гелина, не томите. Да понятно. Какие вопросы по болящим? Ну, помните всегда брата Сергия из Воронежа, его маму Татьяну, нашу сестру Анастасию, брата Игоря Куца, нашего брата Астарадиаца, помните, страждущие сестру Нину с супругом Виктором. У них огненные испытания, чтобы Господь дал им силы пройти эти огненные испытания без ропота, уныния и отчаяния. Еще у кого есть подбавляющие, Татьяна Кузьмична? Да так вот все на том же месте. Бабушки у нас все, как бы, все терпимо все. Но вот я хотела только сказать, что сейчас вот такая погода у нас, видите, какая. У многих прыгает давление. Вот. Почти я даже не И путешествующие сразу обратите внимание, отец Иоаким путешествующий, ну вот Алексей с ним, Леонида путешествующая сегодня, Любовь Петровна и Игорь Третьяков. За них молиться. А, да, Игорь, да, Игорь, да, да, куда она путешествует? Еще объявление, просьба, пожелание, да. Благодарю всех за молитвы. И 28 этого месяца иду в МФЦ. Завтра? Да, буду подавать заявление, чтобы зарегистрировали как собственника у нас. И документы соответствующие выдали. Примут, короче, да? Да. Но судья говорит, что могут без племянника не принять. Поэтому помолитесь, пожалуйста. И у БТИ там тоже из-за этого же какие-то там будут приехать. Пока нету. Не нашли. Не нашли. Без вести пропавшего у него. Нет. К этому, к вечному огню, пускай там припишут. Что я вам скажу? Зачем вам нужен? Ну, так, ладно, оставим это. Еще у кого, да, брат? Я тоже хочу поблагодарить за молитву. Я просил молиться о встрече моей с администрацией Ленинского района по поводу разрушенной площадки. Встреча состоялась. Вот, обещали дать письменный ответ по этому поводу. Какой бы ответ не пришел, там положительный или отрицательный, я не знаю, какой ответ будет. Скорее всего, отрицательный. Ну вот, там уже дальше будем думать, что делать с этой площадкой, или отказываться от нее в другом месте, как бы искать землю.
Сергея Васильевича его зовут, но, видимо, что человек не расположен. Сказал свалка, мы свалку убрали по жалобе. Человек говорит, ну забор от свалки же можно отличить. Крашеный, трехколорный цвет забор. Нет, свалка. Ну, говори. Сережа, может быть, это знак, что тебе бросить этих всех собак? И лучше к проповеди лучше готовиться. Это работа его. Она тебя кормить будет. Суббота, воскресенье, проповедовать. Спасибо, Христос. Всему миру. Еще. Это мое мнение. Еще у кого? А у нас с тобой там нет на работу, как у него. Сравнивать. Давайте бросим все работу, выйдем на проповедь, а сестра нас будет кормить. Это его уже специально. Ну, раз, один раз. Оставили вот привлекание, оставили. Все, отговорились. Еще у кого? Игорь Владимирович, вам слово. Мне непонятно так. В прошлый раз я говорил, Людмила Степановна. Татьяна Кузьминична. Говорили, что необходимо гостей, чтобы, которые деньги вернули назад, ему на там, рису, шурки не хватает, геркулеса и компот. И сейчас спрашивают, дали деньги? Нет, как так? А кому деньги-то давать? Ну, Виктор Андреевич, повторяю, он стоит. Кто у вас покупал каждый год? Пожалуйста, прямо сейчас ну, отдам. Как, выписать вам бумажку или что надо? Чтобы... Не надо это Виктор Андреевич. Перечень продуктов. Так, перечень продуктов. И есть там, по есть, два мешка, значит, все. Пшенки, два мешка риса и два мешка там или что-то. Андрюша, затрактую тебя. И компот с этими с косточками. И деньги, договоритесь, кто повезет. Да. Андрюша уже согласен. Последняя неделя, мне некогда уже, совершенно Андрюш, некогда. Андрюш, согласны? Так. Когда поедет? Сейчас. Не знаю, просто... сейчас поедет. Что третье? Так я чтоб не забыла, то компот. Компот с урюком, он знает купить сколько. Если можно, где-то на базаре эти продают с юга люди. Один раз я у них купил, на 10 лет хватило. Они приехали на машине, мешки грузили здесь, разгружали. Так, Надя, не отвлекай пока. Устроишь неделю. Дело в том, что последняя неделя. Тут... Вчера мы с батюшкой смотрели. Какие-то люди появляются к нам сюда. Приходят, стучат в дверь, никто еще не знает. Я позвонил брату Севастьянову, и если что-то случится, ну, у меня как и поверенные, и как адвокаты, что пока ничего не известно. Но какие-то, мы данные-то имеем на это. То двое, вот это было в пятницу, кажется, трое. Дождь идет, и они непрерывно заходят, все они, я не знаю, по законам-то положено, нет, это... Земля, территория своя. Заходят в сени, трое закрываются. И... У нас в сенях. А потом выходят, барабанят в дверь, я не знаю, ногами или чем пинают. Такой грохот стоит, в окна колотят. Ну, полиция не сразу приехала. Я сказал Сергею Павловичу, он вызвал. Как будто бы договоренность какая-то. Они 40 минут здесь терзали мой дом. Потом какая-то черная машина подъезжает, они быстро сели в нее и уехали. А я на окне выставил обратной стороной телефон свой. 8-961-230-70-60. Звонят. Мы приехали. Там то другое. Я говорю, кто вы? От бабы Маши. Какой бабы Маши? Никаких бабы Маши нету. Ну, видно, выдумывают это все. А что вам нужно? Нам сказали на Ползунова 6. А кому? Не может назвать ни фамилии, ни имя. И вот, ну, по милости Божьей, все это заснято. И лица можно определить, мы вчера смотрели, специалистам делать нечего даже. То и одна машина приехала, вторая развернулась, постояла. Видно, что там на улице у них даже до трех машин подходит. Я бы открывал двери. Вот сосед, прям первый сосед, первая дверь сидят на скамейке. Он пошел за хлебом. Приходя домой, бабка зарезанная лежит. Я с этим разговариваю, а как получилось так? И он кого-то нанимал поштукатурить. Ну, какие же вы все-таки? Кого наняли-то? Ну, вот. Ну, поймали, да сразу же поймали. 8 лет дали, уже сидел, все. Ну, вы знаете, Татьяна у нас была. Какая фамилия? Плеханова. Нет. Плеханова. А, Плеханова, говорю. Тоже наняла там что-то у нее, ну, в таких больших домах, пятиэтажных, там что-то подремонтировать. Чего она неизвестна? Топором зарубил ее, открыл порточки, чтобы не воняло. Кого вы в домы пускаете? Что вы такие? Геннадий Яковлев, который отец Григорий стал.
Я когда говорил, не открывай, ну что ты все боишься? Я боюсь. Понимаете, когда вот разговаривают с таким, как трижды герой Покрышкин, боялись, он только дурак не боится, и они, их уже нет на земле. Это чувство самосохранения заложено в каждого воробья. Ну и что он открыл почти 3 часа с каким-то кришнаитом, он говорил, мне Кришна потом, он все доказал это, Кришна доказал ему. Заострил этот электрод и прямо как только открыл 3 часа, он сразу воткнул ему в горло. Потом перочинным ножиком открыл зал голоду, я монаху этому, Яковлеву. И вокруг алтаря там это, вокруг престола, на престол бросил Тура Енисейской области, края. Чего непонятно. Мне стучат также, ну, были здесь, когда на Никитины. Ну что вы боитесь? Мы вашу жену знаем, она там что-то где-то. Зачем открывать? Вы что, боитесь? Конечно, боюсь. Я здесь сверху глянул. Да я одна открою, я гляжу, одна женщина и 3 мужика стоят рядом. А я открою ему дверь. Вы не показываете храбрецами. Мне эта неделя особая, я все подготавливаю. Где надо пройти, где-то что-то наказываю, кого оставить. Просто так, Виктор Андреевич, как старший, здесь, чтобы каждую ночь кто-то ночевал. Наружное дает только, я нигде не видел, чтобы было наружное наблюдение, никого не было. Оно только показывает более обширное, может смотреть. А так он не может, кто-то зашел где-то, никого нету. Значит, подумать надо. Так, у меня мысль такая была. За каждое дежурство, если кто-то не может, как в прошлый раз было, за кто топить должен был там, кочегарки платить. Батюшка платил. Они еще одному Володе платят, и он убирается. А одного же, Михаила Петровича, свободен, ничего нету. И за кого из мужчин, посмотрите, заплатить или как. Здесь кто-то должен быть. Сделали замок, все, сейчас можно запирать. Ну, замок и забор-то открытый. Да и так, что случится, ничего и нету. Подумайте, не уходите сейчас никак. Договоритесь, ты согласен был бы приходить здесь ночевать? Здесь, в этом здании. Ну, приходите в порядке очереди. Ну, да так. В порядке очереди. Значит, установите очередность или поговорите за кого, чтобы его подменить и оплатить. Выход-то есть. Или что, поговорили, как в прошлом году? Деньги не выдали? Ничего нигде нету. Мне уже уезжать, а ничего нету. Мука есть, я не написал просто, не просил это было бы обязательно. Таких Бог дал, как называют, спонсоров, что даже чего-то не было, и они сказали, сразу позвонили, так у нас это есть, этого нету, сейчас в другой город едет машина, там закупают, и вам дадут. Это вообще уму непостижимо. Чтобы вы заходите, видите, сколько у нас? К нам выезжают люди, одна выезжает, видимо, на крещение. Там какие-то у нее неполадки в семье. И дочку берет, Полина. Полина. Как назвать ее? Полинария. Денег нету. Денег нету, с Украины. Мы подумали где-то, и я сказал, где-то займи. И занять никого не могла. До Москвы хватает, дальше нет. В Москве уже нашелся человек, который покупает билет, купил он. А потом он сам приедет в июле. Я ему рассчитываюсь, что он дал. За билет ей сюда и обратно. Полностью взяли на себя. Это минимум обойдется в 40 тысяч. Я даже не обращаюсь ни за помощью, ничего. Господь позволяет, мы можем это сделать. Теперь, если говорим об этом, то как-то принимайте это к себе. Не мог, забыл. Значит, не молился, забыл. А вот это уже опасно. А раз не молился, значит, тебе не нужно. Так. Алевтина или кто-то тут есть? Алевтина. Так, где Виктор? Еще не видел. Еще нет. Улетел в Москву и просил молиться. Ну, написали, что он только сегодня приземлился. Он прилетел уже. Только сегодня утром приземлился. Он не успел мне сказать. Без него мне, говорит, о шагу не шагнуть. В день, когда уезжаем, рано утром должен приехать, все у меня размонтировать, сложить, чтобы там собрать опять. У нас очень большая работа идет по интернету. Я не знаю, у кого такая работа. Притом, не наша работа, а божественная. Господь новые и новые души находит. Значит, не выходить, сестры, пока не скажете. Андрюша, договорись с Виктором Андреевичем, когда нужно привозить. С тобой тоже не уходи, я узнаю сейчас насчет детей. У нас дети у кого? Я не вижу, где это Надежда Муха-то. Надя, Муха, сюда. Так, Надя, ты ребятишек отдаешь? Даете или нет, чтобы они там у нас в деревне были? В этом? Псих. Нет.
Нет. Так, остается только твои. Но мы в июле приедем. В июле. Вот видите как. Мне надо это знать. У нас экзамены. Значит, кто теперь пожелает приехать, только своим ходом. Мы не можем. Мы только так. Раньше мне МВД давало края. Автобус вот возили с детишек. А сейчас давали объявление. Кто вышел? Вот такие работники. Отпечатали, дали, сказали, отпечатайте где-то. Ни одного звонка нету. Дроботы 10-го едут, двое. Ну, до 10-го. Мы-то едем, видишь, мне туда-сюда мотаться никак. Значит, своим ходом, с кем-то, с молочниками прицепляйтесь или как-то. Так, Алеша, подумай, как 10 или 11 мешков. Да. Сам увезешь? Ну, вопросов нет. Значит, Виктор Андреевич, с кем-то сюда в субботу прийти хотя бы, ну, не позже 7:30. Желательно даже чуть пораньше, 7:30. Чтобы погрузиться, мы в 8 могли отсюда тронуться. Так, кто едет на своей машине еще? Нам нужно, чтобы людей куда-то забрали, чтобы не утяжеляли грузом. У меня большой груз. Это сразу почти 600 килограмм. Так, кто едет еще на своей машине? У меня Надежду Васильевну надо забрать. Корреспондент Балабоев едет, еще кто-то. Да и я-то тоже лишний мешок был увезли. Ну кто-то-то? Сергей Павлович, поедешь? Нет, в субботу. Не знаю. У меня сейчас работа. Определенно. Да и погода смотрю. Ну, собаки тоже у меня. Двоих только, да? Двоих сделали. Да ну, два. На глаза тебе будет. Так. Видите как? Есть один вопрос, который не очень-то приятный будет говоришь. Вот бывает у нас здесь молодежь, и побыли, но здесь ангельское одеяние, а выйдут мирские, надевают платье до колен. У нас уже в лагере совершенно люди новые приходили, чтобы сантиметров на 20 ниже колен было. Ну что вы колени сверкаете-то? Вы не понимаете, что делаете? Так мир одевается. Эта дружба с миром рожда с Богом. Это в семье вам не заложили. В Библии описывается о двух сестрах. Интересное название. У одной Агола, как будто голая. А другая Оголива, кто-то ее оголил. Самое распутное. Это Самария, это Иерусалим. Под этими именами. Смотрите, чтобы не получилось Агола или Оголива. Господь говорит, подниму подол тебе, на голове завяжет. И все будет видно. И вся, говорит, срамота твоя перед миром явится. Ни одна мусульманка за 1300 лет так не одевается. Где бы они ни были, в классе сидят, все по форме в классе. Руки сложены, ни одна не... Как так? Ну, можно это-то. У нас есть смотрители какие-то. Маленько смотрите, здесь никаких претензий нету. Ну, одеты просто, глянуть мило. Как выше здесь переоделись, все, шапки какие-то на головах, подол подняли, и, говорится, и хвост дудкой. Разве это годится? Перед Богом, неужели совесть-то не пробуждает? Ты к миру лепишься, он тебя и накроет, а мир тебя растворит в один день. И когда тебя потащит оголого Галиву, как ты будешь вопить, орать? Ты не знаешь, что делается? В мире что делается? Кто с ними разговаривает? Кто тебя ценит такую? А одета ты, я имею опыт не один день, а 45 лет в лагере. Если одета, у нас там были такие, которые одевались... Даже не в храм где-то. Мальчишки бывают уже как-то, они стараются познакомиться. А этих через плечо заглянет и назад. Был один мальчик, друг друга они тоже толкают. Один Юра Бодю, фамилия какой-то, не православная. А бабка православная, кандидат каких-то наук даже, сказала, только в лагерь к Лапкину. И они привезли. Прекрасные, такие оба высокие ростом, ну, сухощавенькие такие. И он такой же. И... Юра, как у вас молятся? А вот так вот. Вот так вот. Юра, так и молись. Как можешь. Но только ты молиться. Раз мы молимся, и ты будешь так. Да, мы молимся, кланяемся. А Юра сложит ручки вот так вот, ну, как у баптистов, у других. Они через 2 недели приезжают, он молится, крестится. Юрка, да ты совсем православный стал. Притом никто ему не говорил. Ни в храме, нигде у нас полная была свобода. От цыган до евреев. Кого только не было. Всякие сектанты, еретики. И мы никого не принуждали. А почему? Он увидел. И он увидел, насколько это серьезно, насколько важно. На беседы мы вели. Со всеми, и он это слышал. Вот вам доказательство.
Нам не надо какие-то высокие материи рассуждать. Святая православная церковь все разъяснила о Святой Троице, о церкви. Нам нужно готовы это как принять. Вот к нам приезжают эти люди. Мы с ними много-то не ведем бесед. А где-то между работой остановились на отдыхе, сказали. И Бог дает этот результат. Я напомнил о чем сейчас. Не уходя, выдать ему. Ты посчитай, сколько примерно стоит привезти сюда. Андрюша, прийти грузить хотя бы. Михаил Петрович, можешь прийти? В субботу? В субботу. В это, на этой неделе, которая. Сегодня первый день недели. И я ухожу. Так, на этой неделе кто должен прийти убирать здесь? Сейчас пока, как только закончится это, сразу все веточки до одной соберите. Праздник прошел, собрать. Иначе после нам листиков этих не наберешься на целый год. Кто? Они убрали. Мы были в эту Они убрали. А перед этим Петеримова, Загуляева убирали они, да? Пятницу. Да после них уже смотри, Надя. На этой неделе кто убирает? После них кто? Вот с завтрашнего дня стоит Борис Рацингаева, а перед ними Петеримова, Загуляева, Н. Мне точные данные нужны. Надя. Точно нет? Ну они говорят уже убрали. Все, после них следующие кто? После них кто? На этой неделе нежелательно, чтобы вы приходили. Сокольских и Политыкина. Так, слушайте. Сокольских. Кого назвали? Здесь? Да. Почему так здесь? Через две недели один? У нас все чисто. Сегодня, сейчас закончим. Две недели. Две недели. Со стулом пройдите, до одной ветки соберите, вынести отсюда. Пока не начали крошиться. Потом это на весь год хватает. А мы с Мариной каждую неделю убирались. Так. Внимательно. Слушайте, сюда не приходите эту неделю. Не приходить. Всю неделю будет двор закрытый. Я буду в городе, где угодно. Будут приезжать люди. Нигде ничего не говорите. Если уже спросят, чем вы можете ответить. Только после 10 октября я возвращаюсь. В командировке на этом все закончилось. Ни с кем не разговаривайте. Не думай, что ты умная. Их никогда не переплюнуть. Полицию вызвали. Полиция приехала, уткнулась. Вот здесь поставили. Даже не вышли из машины. Ничего нет. Да они думали, что... Ну, бабку убили где-то, так надо в комнату зайти, она там зарезанная лежит. Какая-то полиция-то. Даже не ногой не ступили на землю, на улице стоят. Видят, что здесь два дома, там второй дом, там люди-то, там неприятность, там люди какие-то нападают. Ни один из полиции не приехал, ну все заснято, теперь полиция все можно найти при случае. Разве можно так к своей обязанности относиться? Да он пришел тут, закрытый через забор, да все пересущал, звали, а с Сергеем Павловичем разговаривает. А теперь, а вы будете давать показания? Какие показания? Пустота. Они перед вашим подъездом, машина черная подошла, уехала, и тогда только подъезжает полиция минут через 10. А те 45 минут колотились, никого нету. Понимаете, поневоле какие-то мысли приходят нехорошие. Не думаешь, ни одного, ни того ли поля ягодка, да полиция ли была, не знаешь еще. К своему делу так не относиться, к тебе нуждаются. Это у меня только на этой неделе было. Прошу сюда не приходить, потому что придете к забору. Закрыто будет. Я буду уходить, эту палку-то можно вытащить, а ключ не у каждого в кармане. Будет закрыто. Я буду уходить, и завтра надо меня, чтобы повозили и по редакциям успеть. Батюшку не спросили, у главы администрации края были, нет? Такое, ну, 200 лет, такая круглая дата, мы просто обязаны пригласить. Притом Сурикова нет, он подпись поставил, решил. Александр Александрович, я не знаю, он работает, нет, послом Белоруссии был. Работает. Сейчас... Мы бы пригласили его. Нет, он в Белоруссии. Так, я о чем говорю? Что эту неделю я занят, и меня надо кое-где свозить. По редакциям везде. Целая неделя еще кое-что можно сделать. Ни в одну редакцию не отдали за объявление. Понимаете, вот как? Один в поле не воин. Не воин. Ну, у тебя же есть... Люди, которые брали, и ни одного объявления нету. Как это так? Пришел Лёха спать. Виктор звонит. Я улетаю. Все кончилось. Мне нет уже покоя ни днем, ни ночью. Только проснулся на молитву. А Виктор где? Как он там? И я вчера спрашиваю Танюшу, спрашиваю маму. Почему? Они возложили на меня бремя в терновнике сидеть, пока он не вернется. Как вы так относитесь к своей вере? Да таких-то верующих миллионы. Но, говорит, мало туда войдет. Я не то, что образец какой, я просто внутренне чувствую, говорю, позвонили, мне уже все, я болею вместе с болящим. Сегодня не помянули Татьяну, у которой тоже нехорошее подозрение у Новиковой болезни. Молятся, нет? Вот еще объявление. Вот и лежат объявления. Это сделать надо сегодня.
Все, последняя неделя. Кто-то позвонит, кто-то интересуется им, объяснить ему. Ну, маленько-то сбейтесь. Вы не понимаете, что это? Значит, вот то, что сейчас есть, Бог дает коротенькую жизнь, чтобы ты поверил, что Бог тебя любит и ждет, и хочет, чтобы ты не просто воздух молотил. Многие бегут на ристалище на стадионе, но один получает награду. Один. Сегодня, я смотрю кое-что, и не свое, ролики-то, и показывает, по всей вероятности, китайский мальчик, 6 лет примерно. Какой-то хор, не хор, а это ансамбль играет. И он выходит, раскланивается, их как учат, все он так делает. Держит скрипку, что-то по ней водит, звуков никаких нету. А здесь скрипачей столько сидит. И вот он играет такие звуки. Для меня это ничего не значит. Я передал, у них девочка играет, она определит. Дальше он начинает, я не знаю, какой автор. Там написано дальше, какие, я даже произнести не могу. Это вообще, это невероятно. Это или Хренников новый родился, там, или Чайковский, или кто-то. Такие инструменты, все играют, и никакого дирижера нет. Все сидят на него, смотрят, как он смычком вводит. И все эти специалисты, старые музыканты, все точно за ним пилят, как или касается, проводят смычком-то. Это надо увидеть. И как он говорит, как зажмурит глаза, как поверет. Он, его нет, он в звуки весь превращается. Вот бывают такие люди, рождаются, говорят, раз в столетие. Надо увидеть, так не сделать. Ну ты поблагодари Бога, Господи. Это не христиане, может быть, потому что вот такая страна. А, Господи, ты так много даешь всем. И солнце светит над злыми и добрыми. У меня тоже кто-то учится музыкально. Подбеги его и посмотри, и скажи, ты помолись. Тебе легче будет. Что есть люди, ты знаешь, сколько он тратит времени? Когда начинает говорить, даже не, да как это, а жизнь тогда где? А теперь все. Вот такие вот какие-то там виолончели, тоже что-то там на них тоже. И все только на него смотрят. Вот я увидел, я сегодня вам скинул, вы другие можете скинуть. Я не просто восхищен, я поражен этим. Господи, как ты велик. А что же будет в вечности? Какие гусли будут и почему их сложат? Все это твое тебе. Откровение нам говорит. Ну ты научись вокруг столько красоты. И тебе Бог позволил участвовать. Великое ли дело? Объявление уже написано, бумага уже изготовленная. Деревня ждет. Приезжают люди, сейчас начинают работать у нас. Из Москвы взял отпуск, тоже человек едет в июле. Там у нас не окончено, мы приобрели домики, их надо там и обшить, и все. И ты рядом. И никуда не сдвинулся. Ну, тронь сам себя. Златоуст говорит, Евангелие это вторичное. Мы говорим, Евангелие святое на первом месте. Нет. Оказывается, не Евангелие, Златоуст говорит, совесть. И когда совесть заглохла, тогда Бог дал писанный закон Евангелия. А до этого где оно было, Евангелие-то? 3600 лет, а 5508 на самом, а 3600 первое бытие написано. Когда люди стали сжигать свою совесть, и в это время Бог дает Евангелие, писанный закон, чтобы мы сверялись. А первые не сверялись, они чувствовали совесть. Язычники будут судимы по совести. Кто взял и слышал, совесть не мучает. Сегодня еще кто-то стучит, кто-то заботится, кто-то молится. Завтра этого не будет. Оно все при дверях идет. Вы просто обстановку не понимаете. В один день, не в 10. Кажется, Михалков Никита выставил материалы. Но откуда он? Видимо, воображение такое у него. Как Китай идет сюда, и как буквально они в течение 2 дней захватывают до Урала все. Как засылают, и ничего нету. Напротив 100 дивизий, которые около границы стоят, говорит, в Китае, одна наша разбросана до Дальнего Востока. А как они учат? Ты видел, как они? Ты один раз посмотри только. Какими досками они бьют друг друга. По часу 30, наверное, градусов мороза, раздетые. Раздетые. В снегу. Их не взять. И стреляет не какая-то, это, миномет и другой. У него один снаряд, он на любой кочку положил и устреляет. Страна, обладающая ядерным запасом. Поблагодарите Бога, что еще идет мир. И дальше скажу, Господи, а я не воспользовался. Такой талант мне дал, ноги у меня есть, руки есть. Я за неделю не мог одного объявления вывесить. Ни в одной типографии не сходили. С кого спрашивать будем? Прям так идти. Я не могу, просто не могу успеть. Видите, что заполнено, все пришло. А теперь сейчас подошел Виктор Андреевич, он говорит, ничего не было.
Стали, пошли домой. А кто будет? Да ты в прошлый раз-то почему не спросили, когда я говорил? А сколько нуждается в духовной пище? К тебе кто обратился за последнюю неделю, за последний год? Я утром встаю, вот сегодня я, допустим, встаю, 15 или 20 минут первого, все, рабочий день начался. Сколько новых душ приходит, вопросы, нигде не отвечено. Я эту неделю, предыдущую, я каждый день примерно по 16 часов за компьютером не вылажу. У меня глаза не глядят, моркови нету, морков неса сразу ослеп. Виктор Андреевич, капли, да, у меня глаза затекают где-то. А почему? А нельзя бросить, люди ждут. Я задал вопрос, а вот это посмотрите, правильно он, неправильно, а вот это, не просто так, а целые ролики, посмотри, правильно или неправильно, а я дальше распространять буду. У тебя этого нету. Павел говорит, у меня ежедневное стечение народа, стечение так и виртуальное. Встречаемся, ничего. Вот вы посмотрели, ну привезли, сколько березовых веток, батюшка, здесь не привезли. И дальше что, встали и пошли. Почему никто не спрашивает, а когда убирать? Убирать сейчас только закончим, а сразу убрать, пока не начали осыпаться. Толкали везде, за каждую бумажку, везде. Везде. Ну, праздник, по-другому у нас никак. Ну и слава Богу. Ну и дальше-то хоть какой-то шаг. Я вот уезжаю, посадили. Посадил картошку, все, что можно, засадил. И тыквой. Мне тяпку, Михаил Петрович, сделай там или как? Есть она место? На неделю очков протяпаю. А дальше? Смотреть надо. Ванну открытой не оставлять. Если оставляете ванну открытой, ванна здесь где-то, то у меня тут коврик лежит. Коврик опустить, чтобы он в воду опускался до земли. Голубь любой попадет напить, а дальше по ванне он не вылезет. А крылья намокли. А по это он выберется. Придешь, там воробьи, там другие голуби мертвые плавают. Ну, маленько как-то думать же надо. У меня щавель в прошлом году-то ведь не посадили. Посадила. Нету нигде, ни одной листика нету. Ну попробовать можно. Я и кустами себе. Так, все остальное я оставил. Я почему говорю так? Как будто прощаюсь с вами каждый раз. Я просто чувствую, сколько молитвы еще задержит. Я бы давно уже ушел отсюда. Вернулся из такого путешествия живой. Зачем, не знаю. И все Бог продляет и продляет жизнь. Я уже пережил всех своих родственников. У меня отец 76 лет, ко мне 79, а через две недели будет 79, 78, 79. При большей крепости 80, мне уже до крепости-то один год осталось. А дальше? Дальше крепость. Значит, о чем мы говорим, вы как-то записываете, и потом просьба одна, ничего не меняете. У нас настолько все устоявшееся. Настолько все понятно. Вот она посадила яблоньки, ехала дорогой, купила разного сорта. Вот, Надежда Александровна. А теперь, да это же сродняет. И садит-то не для себя. Дальше. Отец у нее болен сильно, видимо. Да. И привезли сюда его, чтобы побеседовали. Мы с ним беседовали, все показали. У Игоря Владимировича двоюродная бабушка приехала, Люся. Тоже что-то нехорошее подумали, какая-то шишечка в носу, там, ну, вроде бы ничего обошлось. Приехал сюда, чтобы побеседовать. Да мало чего, вчера приехали или сказали, что Надежда Васильевна привезти, самый уже удар по бабе Люсе, она обратится. Я говорю, сама-то на коррекционной не держится двумя руками уже. Я их там набил на стенку, зачем держаться. И мы с ней беседовали. Я на качелях ее покачал здесь. Все она прошла, увидела, но коснется ли Господь? А у Нади отец-то только один как-то вопрос сказал, а что он такой в заплатах весь, да? Ну вот, такой как есть. Вот я о чем говорю. Меня не будет, я не вернусь. Уеду и никогда не вернусь. Вы продолжайте. Вы знаете, самый первый мой наказ какой? Никогда, ни под каким условием в патриархию не переходить. Никогда. Мы им не нужны. Они нам никогда не изменят отношения. Но теперь будут иметь власть и будут рвать сразу. На эту неделю сколько я получил, вдруг последние два дня никаких проклятий, ничего нет. Весь эфир как будто засох. Что, тоже не знаю. Откуда. Вот уехал Роман. Где не найдет что-нибудь против, обязательно этот ролик скидывается. Уже крылья, ноги, ногти, все оторвано у самого. А все равно постарается. А вот еще. А про тебя кто-то плохо сказал. Ну, плохо сказал, что он ни разу не был, не видел. Говорит клевету, а тебя она превращается. Почему? Значит, там у тебя много места для этой клеветы. Где бы еще не было, все берет и сразу скидывает.
Ну, сейчас только щахну его, и больше никогда не зайдет. Но я этого не делаю. Хоть какое-то отдушину мое оставить-то. Понятно. Но кто бы ни был, какой-то след. Он оставил большой след, спилил тополя. Туда, конечно, хода не будет, строиться он не будет. И это никак уже, никак. Теперь вопрос этот дома с Никитой. До конца не решен, он написал. А мне разницы нет никакой, где стоять. А я сохраняю это. Письма у меня все до одного сохраняются, даже из интернета. Никакой разницы нет. Но когда батюшка подошел, сказал, в храм не заходи, а вот где там объявления висят наши в притворе, там и стой, чтоб ты женщин не видел. Сразу изменилось все. Такое пошло. Такими словами. Все это я батюшке копию снял, и там будет. Я приеду, будет разговор. Он и говорит, что я такие в экстремальных условиях прожил 4 года. В экстремальных условиях. Не платил ни за дым, ни за воду, ни за мусор, ни за что. И за питание за 4 года ни рубля не взяли. А работник, вот это долбить еще можно, а дальше ни гвоздя, ни молотка, ни топора не отличить бежит. Ну и как? Ни топлива, ни за что не платил. Это экстремальное. То есть нужна свобода. Роман это же говорит. Я приеду, будет беседа, свобода. Свобода когда? У блудного сына, когда он перешагнул порог и сказал «адью». То есть прощайте по-французски. И ушел. И теперь что его? Все там зло. Хорошие девчата. И спереди, и сзади. А то он сзади соблазнился на наших сестрах. Дальше. Деньги. Отец дал ему имение. А насколько, мы не знаем, но написано промотал, растратил. А где эти, ну, которые друзья-то его были? Ни одного нету. Остался со свиньями. И с корыта хотел есть. Это не экстремальные еще условия. Экстремальные наступят тогда, когда в плен пойдешь. Он имел право возвратиться, из плена нет. Говорят, война самая страшная. Святые отцы говорят, самое страшное плен. Не смерть, плен. Каждый день издевательство. И поэтому опустите подолы платьев. Опустите их донизу, чтобы не пошли в плен. Я предупреждаю вас не один раз уже, и с матерью говорил. Это оттуда где-то идет. Прекратите это. Вас жалко мне. Я вас помню каждый день. Перед глазами стоите. Вы знаете, о ком говорю? Позаботьтесь об этом. Близок день Господень. Исходя из того, что все видимое временно, а невидимое вечное. И, ну... Ну, были люди, которые имели какие-то недостатки. Правители редко бывают хороших. Даже правители, когда вся медицина к их. Ну, Сталин болел. Ну, все не было. Ну, параллельно говорить не надо. Рузвельт вообще парализованный, половина. То на кресле только могли катать его. Самый здоровый был только Черчилль Уинстон. И жил 93 года больше всех. Мы-то не живем даже десятой доли, что жили. Десятая, допустим, 0,950. Ну, 95 оставляю, 0 отбрось. Но 95 сегодня уже 100 раз, это, я не знаю, как его, да. Долгожитель. Долгожитель. Мы научиться даже мыслить категориями Священного Писания. Все время помним. И о детях. Я на ваших детей вот, здесь бывает. Смотрю, и я не знаю, просто передать чувства свои. Дети-то мне не чужие, столько я с ними. Дети-то видные такие, и ну все. И не дай Бог попасть в плен. На шаг один не оставляйте. Все заборы под замками. Береженого Бог бережет, это не случайно. Чтобы ни с кем не разговаривали, ни под каким видом, ни к кому на дом не заходили. У нас было такое. Она увлеклась музыкой. Парень сразу нашелся музыкант. То есть, какого ты хочешь, и видный... Все, это последний день ее девственности был. А теперь ко мне приходит, что делать? Ну что делать? Вы уже сделали. Зачем же ее пускали? А теперь-то впереди-то жизнь только начинается, и это все приходит, и выходить будет замуж, она все это будет помнить, как рассказ один Евдокия там со своим Василием, а где ужинают-то? Ну, все по-хорошему. Вдруг бац, он и ложкой по лбу. А за что, Василий? Эх, Авдотья, как вспомни, что не девушка тебя взял. Сердце кровью обливается. По 88 лет. А сердце-то кровью обливается. Это твоя будущая жизнь, ложкой по лбу-то. Поставь ограду. Загородись подолом, чтоб тебя не смотрели. Я говорю вам не случайно, я переживаю об этом. О ваших детях я не просто молюсь, я плыву. С
слез не хватает. Не приведи, Господь, я вперед смотрю. Вы охраняетесь Богом. Вам Бог все это дал. До конца доведите. Никаких знакомств, тем более в интернете. Нигде, никак. На одну минуту только отпустят, уже все. И все сделает. И откляшется, и язык высунутый. Такое наше воспитание. Может, я последний раз вам это говорю. Дети наше будущее. Будущего-то нету. Посмотрите в мире, что делается. Патриарх Алексей говорит, страна катастрофически уменьшается. Не территория. Территория это на Абхазию, где-то там на Украине, где-то что-то какие-то считают людьми. Людей-то нету. Я еще раз привожу цифры. 120 миллионов за перестройку убили внутри. Миллионов! Это государство большое. Большое государство. Вы знаете о том? Некоторые данные хочу сказать. Раньше было 2896 цифра наций. Но когда стали уже дальше все исследовать, разные племена, оказывается, они на разных языках говорят. Около 7 тысяч наречий. Из них примерно сегодня уже, ну, кажется, одна четверть остается, остальные исчезают. Уезжают молодые люди, разговаривать больше некому, язык исчез. Русский еще пока на восьмом, кажется, месте. В числе десятки входит, которые более употребляемые. Это говорит о населении. Евангелие будет на русском языке некому читать. Поставь себе задачу. Вот скажи, я столько лет хожу здесь. Кого ты привел к Господу? Даже не к нам здесь. Не к нам. Ну и неплохо бы и к нам, если он человек пристал. Год за годом идет, ничего нету. У баптиста поется в одном куплете. Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти. Хоть одну хотел бы душу с ног один в руках нести. Объявление сегодня начать развешивать. И что я говорю, все это имейте в виду. Мы нынче неизвестно, кто у нас будет. Уже с понедельника, вторника, уже люди начинают подтягиваться раньше. О них молиться. Сегодня одно и пишу, сама не может деньги, а ребенка хотела. И чтобы в Красноярский край наши съездили, забрали ребенка, а потом может отвезти за свой счет. А ребенок уже был. Я не говорю, что вот с Украины мы уже двоих взяли. Это все перед Богом. Мне это легче делать, потому что есть люди, которые мало знакомы, а может эти деньги перешли. У меня ничего нету. Какая моя пенсия-то? Это смешная, 7 тысяч. Это Бог делает так. Я бы сказал, все почти, вы хорошо запомните. И когда будете после меня советоваться, меня не будет, все время мысленно представляете. Я сидел с одним директором, и он был за паровозом. Это когда судят многих, и кто-то главный, это за паровозы за ним идет. И за ним шли первые секретари райкомов. А он главный рыбак Алтайского края. Север Владимир Митрофанович из Мамонтова. До того он все умел делать. Праха поднял. У него шли рефрижераторы с Дальнего Востока, с Прибалтики. Какая рыба была самая дешевая здесь. Все космонавты. Первые секретари у него там ночевали и жили. И однако нашли завистники, что Аксенов близкий был ему, первый секретарь Алтайского края. А он умер внезапно. В сейфы. И все дела на него готовы. Жалобу он не давал ходу им. И теперь его судят. И запрашивают 14 лет. А мы двое сидим в одной камере с ним. Выйдя, когда я освободился, и даже до этого своим дал, Надежда Васильевна с ней, Нина Ивановна, и она поехала в Москву ходатайствовать, а ей там уже и дверь открыта, и ждут, и накормили, она это все знает. Когда освободился, я нашел, она в реанимации, я говорю, а как познакомиться? Я пришла в себя, гляжу, что-то передо мной волосатое такое, я не пойму, говорит. А потом Господь так устроил. Когда он вернулся, а за это время рыбокомбинат, он из праха поднял, он опять ушел в прежнее состояние. Никого нет, один руководитель, один много может делать. И вот тогда давай им, когда собрался коллектив, его уговаривают, но он еще не опомнился от того. Я за него ходатайствовал в краевой прокуратуре везде. Вышел немного раньше. И он им говорит, и она рассказывает. И обо мне рассказывает, я с одним человеком сидел. Вот он сейчас говорит, как бы с нами на собрании. Он бы сейчас выслушал все. И сказал бы, Владимир Митрофанович, начинаю работать. Это Алтайский край. Поэтому я даю слово, что буду директором. Я опять поднял из праха буквально. Я знаком был с такими людьми. И я никогда не думал, что где-то меня будут подставлять. Почему? Только молился. Он однажды меня огрел. Сроду не видал такого дурака.
день и ночь головой машет, как лошадь от паутов. Из-за того я чуть не засмеялся на молитве. Вот так. Если случится там, которая называют дубачка какая-то, деда, а он говорит, закройся, макака. Его нет здесь, как нет, вот стоит. Я сказал, нет его, так а вот же стоит. Он молится, его здесь нет. Это он за меня, я на молитве стою в это время. Понимаете, вот остались какие воспоминания. Духовного ничего в нем не было. Умел все делать. Матрас рассеребит, и тут же его сделает пушистым. А другой преподаватель второй группы космонавтов, Лозин Анатолий Максимович, бывший когда-то одновременно начальником летного училища, здесь. И он ничего не умел делать, зато грамота считать мог. Он у меня имена все переписал. Иуда Бен-Гур, допустим. И он 666, две комбинации нашел. Приклеил имена, лежит, и в голове цифры. Каждая, я сказал, буква, что означает, и здесь. Один все делает, духовное, а оба бездуховное. Видите, как полезно везде быть и говорить. Свидетельствовать, бросать семя живое. Богу слава. Аминь. Еще у кого есть слово? Все, наверное. Да, Лена. Вот сегодня праздник такой светлый. Вот я бы хотела тоже своей радостью поделиться. Вот сегодня, как 12 лет, как я пришла в общину, это было именно в праздник Троицы. Да. Да, и вот сегодня как раз, ну так совпало, что у меня день рождения, мне исполнилось 24 года. Сегодня? Ну да. Вот, и я могу сказать, что вот половину своей жизни являюсь чадом Христово-Звиженской общины. Вот, ну хотела бы всех поблагодарить. У меня, ну извините, я немножко волнуюсь. За тебя сильно переживаю. У меня очень много радостных воспоминаний, вот когда я первые годы в лагерь ездила, я там много, ну не то чтобы много, но достаточно общалась вот с сестрами, с Ниной Александровной, с Татьяной Кузьминичной, с Еленой Валерьевной, также вот с Виктором Николаевичем. Вот, очень много доброго подчеркнула. Ну, конечно же, вот от Игнатия Тихоновича тоже, ну, очень много хороших воспоминаний. Вот, ну, конечно, понятно, что люди разные. Вот какие-то вещи я могла неправильно воспринять, там с чем-то я могла быть не согласна, что-то, какие-то соблазны были. Ну, то есть я что-то соблазном воспринимала и сама своим поведением соблазн подавала. Вот, ну, прошу, если как-то у кого-то какие-то ко мне есть, прошу меня простить. Да Бог с тобой, ничего нету. Ты же не, ну я к тому, что есть только любовь. Ты же наша чада. Ты так говоришь, как будто прощаешься. Похоже, очень похоже. Да просто волнуюсь немного. Говорит, пол жизни, говорит, прожит. Пол жизни с нами пол жизни. Пол жизни из этих 24. С радостью говорю. Ну и надеюсь, что в будущем я как смогу быть полезной общине. Да, быть полезной общине. Церкви Христовой, да, и всем того же желаю. Аминь. Вот. Ну, все, наверное. Спасибо Христос. Молодец. Да благослови тебя Господь на многое лето. Сохраните. Да. Многое лето, многое лето, многое.
все, да? Сейчас, нет, подождите. Сейчас. Слушайте, из паспорта батюшки нашего. Лапкина Игнатия Тихоновича. Яким Тихоновичем. Простите, батюшка. О, ЗАГС Октябрьского района города Барнаула, Алтайского края. 23 мая 1968 года. Зарегистрирован брак Антоненко Людмилой Ивановной, 1939 года рождения. Ну и подпись тут какая-то. Вот. Не понятно. Она молодой. 68-й. 39-й. 50 лет. Нет. Это 68-й год. 50 лет. 50. У вас юбилей. Да. Ничего себе. Давайте многое лето. Многое лето. Хватит. Ныне отпущаешь. Батюшка, нет уж. Нет, не надо. Давайте многое лето. Это гражданский брак. Это с гражданского брака. А венчание у нас было по-другому. Мы зарегистрировались, а потом стали присматриваться, дружить. Да. И сколько вы дружили? До 20 октября. Потом поженились. Потом повенчались. В это время она в командировке, а я на воскресенье на самолет и летал на свидание. А мне по району, она работала там этим, инженер-землеустроитель, ага. Земли там они исследовали, по районам каждый. А тогда самолеты в каждый районный центр летали. Да. Аэропорты везде были, в каждом районном центре. Да. Что там сейчас, батюшка? Парни на машинах ездят на свидание, а вы на самолете. На самолете, да. Прилетел. Не знаю. Кто-то прилетел в воскресенье. А что, говорят, плохо жили, да? На самолетах летали. Времена были, да? Вот так вот. Как один день прошел. Давайте я тогда тоже скажу. Ну давай. Что-то все сидят, молчат и не хотят расходиться. Я тогда тоже скажу, что Лена вот когда сказала, что 12 лет она пришла сюда, и ровно 12 лет, как она в общине. Вот я пришла в общину 20 лет назад. Было зимой, это 14 февраля, это когда я пришла на занятия. И вот будет в июле 20 лет, как я была крещена. И тебе 20 лет было, да? И мне было 20 лет, да. И тебе вот, сейчас 40 лет. И мне сейчас, да, на этой неделе исполняется 40 лет. Я думала, 17. Лет. О, ну так надо тоже да. Многое лет. Так что вот тоже половина моей жизни, собственно, здесь. Я тогда думала, я все новенькая, я новенькая. Община уже, вот они там с 91-го, 92-го. А я-то все новенькая. А теперь я еще посмотрела, общине 27 лет, а я 20. Так я уже тут старенькая. Уже смотришь, там вот брат, уже после меня пришли, там либо одновременно. Уже мало тех, которые вот прям с самого 90-х. А иных уж нет. А иных уж нет, сестры. Сестры-то все были молодые. На занятия. Мне казались они старшие сестры, бабушки. Вот мы с тобой клеили тут, помните, храм как раз дали. Вот только что, 20 лет храму, и я вот пришла в новый храм. И мы летом тут все клеили, делали. А сейчас я смотрю, 58. А им тогда было по 40, по 50 лет, а я их такие старшие сестры были. Ну вот, Людмила Степановна, вам тогда было так, как мне, наверное, сейчас. Да, а вы для меня старшая сестра, я сейчас студентка. А она, они для меня были тетя Таня, там все старшие сестры. А сейчас думаю, ничего, я уже в разряд старше, что ли? Время скоротечное. Вообще, в общине время по-другому течет, я хочу сказать. В наших стенах. Вы все меняетесь, только я не меняюсь. Какой был? Да, батюшка. Виктор Андреевич, они как-то консервировались. У них какой-то секрет есть. Только земной поклон сделал, а подняться, чтобы помог. Просто физически. Колено левой ноги болит. Да, братья и сестры. Адамазычи. Ну ладно. Давайте будем ценить то, что имеем. Вот сегодня о воспоминаниях. А ведь больше людей... Братьев и сестер, которые были с нами, их уже нет. Нет в общине, я имею в виду, не только те, которые дошли. Первые ушли Людмила Шишкина и Валентина Ковалева. Первая. Причины у всех разные. Дай Бог, чтобы они все-таки вот. Потом Анатолий был такой, он еще, но он не был. Небесный скорбь. Мы помним Анатолия, помним.
Да, да. Аллилуйя. Он умер. Он умер, у него диабет сахарный. Дай Бог, что все, которые отошли от нас, ну, вышли из нашей общины, они все-таки нашли вечную жизнь, вечное спасение. Где бы они ни блуждали, но нашли, вернулись к истине. Далеко не все находятся в истине, которые вышли. Вот так думаешь, а все-таки, а караван идет? А караван идет наш. Когда у тебя день? И слава Богу, что мы здесь, в этом караване. 1 июня. Ну, звонил отец Иоанн, всем поздравляет всех с праздником. Спасибо, Господи, желает тоже нам, чтобы мы ходили в Духе Святом. Да. Чтобы все понимали. Так, Валентина, давайте Валентина, споем тогда. Ну, сестры, много лет, а сестры, Валентина 29-го. 29-го будет. Вы уедете? Да. Кто-то придет, храм откроет. Давайте Надежде Валентине. Валентине, многое лето. Многое лето, 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 многое. На всех. Давайте. Игнат Ильич, помолитесь. Что-то туда. Хотел сказать? Нет, слово. Еще у Лени есть слово. У нас началась практика, учебная практика. Мы отшиваем классические брюки женские и классическое платье. И вот началась у нас консультантская практика, уже закончится. И я хотела помолиться, чтобы помогли мне, потому что у нас очень сильное напряжение идет. То, что мы параллельно еще и эскизы делаем, коллекции, начинаем. Брюки, и что, за женские брюки помолимся? Классические. Чтобы помочь отшить. А зачем ты их шьешь вообще? Не шей, это мерзость перед Богом. Ты же христианка. Вам сказали, помолитесь, чтобы жить мерзость. Что это за молитва такая? Никто не будет молиться за эту мерзость. Ну ладно, это будем думать, что в свое время она сошьет хорошие мужские брюки. Она будет тренироваться, сшивать. Эта продукция не будет ни к ним носиться, которая она сейчас шьет. Потом брюки сошьешь. Все, молимся. Да, вспоминаясь якого истину, блажите тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних распрей, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и на славного об Иисусе Христе. Господи, праведны суды твои над Россией за то, что оставили тебя и слово твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя твое, Бог Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Милосердный Создатель, мы предстали перед Твоим величием, любящий наш Отец Небесный. Ты нам открылся в Сыне Твоем Иисусе Христе. Ты послал Духа Твоего Святого, чтобы каждый получил рождение свыше и крещение Духом Святым. Даруй нам эти великие дары, чтобы из чрева потекли реки воды живой, обращающие других людей, дабы благодать призывающая, благодать обращающая и благодать освящающая были в полноте у нас. Сжалься над нами, Господи,
Устрой все по воле Твоей святой. Родных и близких, не познавших Тебя, найди и обрати. И правители сохранят покушение на них. Смилуйся над этой страной, Господи. Мы перед Тобой предстали. Благослови нас и распусти с миром. Тебе, Господи, хвала и слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Господи, прими нашу молитву, воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати, Владыка. Соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Всемогущий Создатель, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Дивный наш Господь, Изиждитель, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Аминь. Я выбирать не буду, ты свой забираешь. Ты сейчас положи аппарат. И желательно, чтобы кого-то взял, молодых, которые бы принимали у тебя веточки собрать. Все, выключаю. Да, прям на стул возьми сейчас и собрать надо.